Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру DC World Collide. Так, заберем, пожалуй, все награды, которые тут есть. Тоже бесплатно забрали. Так, слушай, по идее мы сегодня должны получить Константина. Вспомнить бы, где он получается. Так, ежедневные миссии. Это я заберу. Два сундучка открываем. А здесь у нас что? Осколки. Так, ну а где же мы получаем персонажей? Кто мне скажет? Я вот не помню, если честно. Так, ежедневки. У нас должна быть ежедневный вход. Ладно, давай начнем, наверное, отсюда. Все, заберем, что у нас тут. Комплит. Какую-то книгу получили, я не знаю, что это за книга. Криминология какая-то. Естественно, гаечки. Все, давай сюда, не жмись. 250 штук тут. А здесь мы, пожалуй, отправим новых ребят. Так, подожди, и здесь. Все, ребята у нас отправились. Ну, здесь им еще нужно искать. Для того, чтобы можно было задание выполнять. Так, вот, друзья мои, Константин, собственной персоной, идет к нам, спускается по лесенкам. Он же точно нам достается? Ну и чего? Мы его взяли или нет? Я так и не понял. Мы взяли тебя, Константин, или нет? Волкомер 7 дней. По-моему, мы его взяли. Так, здесь у нас что? За первый день. Так, здесь у нас 5 значков. То есть я могу... Раз... И все, и больше мне не хватает, к сожалению. Так, а теперь я должен убедиться, я точно Константина получил, или это... Вот он, друзья мои. Так, ну смотри, у нас эпических карт. Раз, два, три, четыре. Пингвин тоже получается эпик. Да? Так, дай-ка я посмотрю, что у нас Константин из себя вообще представляет. Ему, кстати, можно ранг повысить до 4 звезд. Я, пожалуй-ка, так и сделаю. Принять. Здесь тоже принять. Повысим ему ранг до 4 звезд. Так, уровень 2. 4 звезды. Можно дальше ему, в принципе, поднимать ранг. Резонанс у него идет с Франкенштейном. И с вот этим магом. Так, точно у меня хватает? Да, ребят, хватает ему еще поднять ранг. То есть, получается... 5 звезд. 5 звезд. Скилл пока никакой новый не открывается. Но единственное, что я могу сделать, это автоэквип. И, конечно же, прокачивать ему уровень. Максимальный, как ты видишь, у него 140 уровень. Блин, кто-то мне в комментариях писал: Рэй, 38 тысяч мощей мало, у меня там за 100 тысяч. Мне прямо жаба душит. Что у кого-то там за 100 тысяч мощей. Слушай, ну Константин очень хорошо прокачивается. У него уже практически 5000 мощей. Ребят, это круто. И открываем скилл. Слушай, я думаю, что его нужно брать в отряд. Вообще нужно нам и этого как-то прокачать, пацана. Мне кажется, он будет тоже неплох. Так, ну что, я думаю, он, наверное, составит нам... Блин, 5-звездочный. Ух, блестят. Составит нам неплохую компанию. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут еще есть. Ежедневная миссия. Забираем. Сундук открываем. Надо будет это, кстати, все заюзать тоже. В обязательном порядке. Ага, еще одна коллекция. И еще могу тогда позволить себе открыть. Так, что, опять что-то есть?
Да, вроде бы как нету. Это на 14 уровне, это на 15. Пока у нас 13 уровень, как ты видишь. О, 10 значков здесь получили. Так, давай попробуем тут открыть. 80 элементов, жетонов точнее. А что, больше не хватает? Жаль, очень жаль. Эпик. Опа. Так, ребят, скоро получим еще 5 карточек в запас. Тут у нас что по коллекции? Level up? Да, ребят, мы жетоны получили, поэтому... Слушай, ну неплохо, уже 38 уровень у нас получает наш мотоцикл бэтменовский. Так, что у нас в клане? Гильдия инфо. Так, это я, ребят, заявочки ваши принимаю. Кулазух, Руфер, Орион Док. Я надеюсь, что это все наши ребятушки. Нет никаких там идем. Так, здесь суперповер, дамадж. Суперповер, дамадж. Ну, Файршторм, наверное. Да, угадал, ребята. Угадал, ответил правильно на вопросик. Ну что, тут у нас адвентур, приключения. Давай глянем, что у нас тут. А если я сделаю резать, например? Старт. Это мне заново нужно проходить или как? Точно, ребята. Это заново. То есть я могу все себе вернуть. Все, что мы потеряли. Так? Так, точно. А мы не взяли с тобой один из сундучков. Так, здесь замораживаем чувачка и нападаем. Давай, быстренько. На троечку поставлю, чтобы... Кстати, и давай-ка мы, наверное, поменяем немножко команду. Константин имеет 40 уровень. Я думаю, что здесь уберем... Вот так вот. Блин, очень много бойцов. Может быть, этого убрать, все-таки поставить. Давай так вот сделаем. Поехали. Скорость настроечка. Сейчас мы быстренько с ними тут разберемся. Да-да-да-да-да. Константин, как всегда, тут зажигает. Упал. Двигаемся дальше. Здесь, насколько я помню... Ну-ка. Замораживаем. Открываем сундук. Здесь мы переходим. Так, вон там еще один сундук. Да-да-да, перебежал он тут, конечно. Так, в любом случае надо драться. В любом случае, нас не пропускает. Давай, файт. Даже никого не буду менять, пока меня все устраивает. Константин, кстати, каким-то пламенем. Но он, видимо, карту бросает огненную, судя по всему. Тут вообще на изи разобрались. Так, здесь мы подбили. Так, вспомни бы. По-моему, вот тут я в тот раз оплошал. Да-да-да-да. И вот этот сундук мы тогда не забрали с тобой. Теперь, естественно, я его забираю. Так, а этот у нас просто так стоит, что ли? Даже ничего с ним не сделать. Подожди, но тут еще один сундук. Вот. А этот-то куда у нас упадет? Он упадет... Блин, а я не помню, куда он упадет, если честно. Давай проверим. Куда же он там улетел? Вот он. Да нет, ну куда ты, ёпрст, ну...
Сундук-то дай мне подобрать. Но это не тот все равно же. Это не тот сундучок, который мне нужен. Мне нужен маленький. А где он находится? Вот я не могу вспомнить. Так, здесь мы тоже быстренько разберемся. В принципе, без особых проблем. Как можно накопить 100 тысяч мощей за такой короткий промежуток времени? Он написал, я играю 2 дня, у меня 100 тысяч мощей. Ну, не считая там одной легендарки. Подожди, а тут же мы замораживали, да. Но я не вижу, чтобы здесь у нас был сундук. Так, ну что, здесь мы заморозим, да? Это я тоже заберу. Блин, да как где же вот этот маленький-то тогда сундучок? Объясни-ка мне на милость. Так, Бэйна мы сейчас быстренько тут накажем. Но в тот раз мы как-то тяжеловато, да, с ним разбирались вроде бы. Хотя какая тут на изи вообще разбирается. Вообще изично, смотри. Так, психует, лютует. Просто лютует. Бэйн. Все, ребята, он сдулся. Слушай, ну быстро мы тут прошли. И единственное, я не могу никак понять, где вот этот вот сундук. Где его прозевакал-то? В тот раз у нас сундук один провалился под воду. Но в этот раз он не может провалиться. Вот тут, конечно, что-то какая-то странная штука. Чувак стоит, но тут ничего нету. Этот сундук, который упал, мы подобрали, поэтому он как бы засчитывается к нам. Хм, 100 кристаллов здесь. Очень интересно, да, друзья? Вообще. Тут замороженный. Там сундука нету. Здесь в этой башне тоже у нас ничего нету. Вот я прокликиваю, и все. Пустота. На этой площадке тоже ничего нету. Ну и, соответственно, здесь тоже ни шиша нету. Ну, что я могу сделать? Ну, нету и нету. Придется возвращаться, ребят. Придется вообще выходить. Тут тоже, да, походу, нету нигде его. Я кликаю везде. Ладно. Зря только, получается, дрался тут с ними. Так, что у нас тут? Origins. Ага. Что, новые стадии, что ли, получается? Он такой нелепый, да? Выглядит здесь. Че, решил подбить вертолет, который их тогда... Оу. Фейл? Почему фейл-то? Ага, тут надо натяжение как бы делать. Mission complete. Фига он в гранату. Взорвал все к чертовой бабушке. Опа, картина. Гемы и рацию получили. А когда будет следующий... Наверное, на следующий день у нас, да? Прогресс будет. Ух ты, смотри-ка. Статуэтка Бэтмена. Вау. Да, это как бы у нас по дням, ребята, распределение. Взорвали мы эту, короче, буровую вышку. Так, ну что, пойдем сюда, посмотрим, что у нас тут. Зло. Супермен.
Блин, я даже боюсь представить, что сейчас будет в битве с Суперменом. Так, ладно. Раз, два, три. Возьмем Франкенштейна и вот так вот. Но мне сказали, что вот этот будет покруче, чем холод. Единственное, что уровень тут 40-й, тут 60-й, как ни крути, он все-таки выигрывает по уровню. И этого поставим сюда, а Бэтмена поставим, наверное, позади, да? Или вот так вот сделаем. Ой, забыл, блин, взять этот, твою налево, мотоцикл. Ладно, тут первый уровень, я думаю, что здесь, наверное, быстренько мы справимся. Интересно, что он будет делать? Призывать помощь или что? Такой хоп, карточку. Нифига себе, задебафил его, что ли, так? Все, у него последняя полоска жизни. Ну, сам понимаешь, первый уровень босса, он всегда тут простенький. Билетик даже получили. Дальше, конечно, все будет намного сложнее. Намного сложнее. Ультрамен. Файт. Здесь я возьму вот это. Ну что, попробуем? Поехали. Радует только одно, что он здесь один. Но сейчас, мне кажется, он шутить с нами уже не будет. У него же такой суперудар есть, когда он... Смотри, а что это за кристаллы появились? Смотри. Три кристалла стоит. Мы почему-то все бьем по Супермену. Кристаллы вообще эти не трогаем. А возможно, зря. Видишь? Он получил мощь. Ну, слушай, если честно, не особо-то он сильно и бомбанул. Я думал, будет жестче. Но опять же, подожди, еще не вечер. Так, опять. Задебафили его. Сейчас начнет опять жарить. Он берет силу от этих вот как раз кристаллов. Слушай-ка. Левел 2, мы победили здесь. Ничего себе. Я думал, что он будет здесь жестким. Нет. Третий уровень. Давай глянем. Но сейчас, наверное, ёк-макарёк. Сейчас, конечно, будет нам трындец. 59 тысяч мощей. Тут уже, ребят, если он звезданет, нам мало не покажется. Это однозначно. Я даже вижу, сколько мы получаем. Точнее, даем ему урона. Сейчас он сделает свой супермощный удар и будет трындец нам полный. Даже одну полоску мы еще пока не отняли у него. А он сейчас, вот он сейчас берет энергию, силу. Сейчас звезданет своим прыжком. А, лучом, лучом. Вот, уже чувствуется, ребята, мощь. И также я смотрю, сколько мы наносим по нему повреждений. Это смех. Просто смешно, ребят. Ну, конечно, если бы у меня было бы 100 тысяч мощей, как у кого-то там из подписчиков, то этот Супермен бы мне вообще был бы ни о чем. А так нет. К сожалению, не получается. Опять же хочу сказать, что если бы у нас было очень много массовиков, мы бы вот эти кристаллы бы уничтожали, и, скорее всего, он бы не смог бы использовать свой суперудар. Если он сейчас сделает, все, ребята, он разобрал мне передний ряд. Всех моих, и Франкенштейна уничтожил, и Капитана Холода, и все. Все. Да, да, люто было, тут, ребят, не поспоришь. Но, тем не менее, самый продвинутый пока именно по боссам уровня третьего, это вот Супермен, как ни странно. Так, челлендж. Что у нас там по челленджу? Давай-ка, наверное, возьмем... Сможем мы его победить?
Вопрос. Вопрос очень интересный. Сможем ли мы здесь победить? Нам нужно Франкенштейна прокачивать. 40 уровень, это, ребят, уже не дело. Совсем не дело. Погнали. Сейчас попробуем. Кто там у него? Что вот он делает с этим цветочком? Да, что-то как-то туговато идет. Что он там делает? Фига, он заморозил. Надо этого подбивать. Там у него и Куин. Так, этот готов. В принципе, Франкенштейн тоже уже не желез, я так считаю. Оу, Бэтмену досталось как. Защиту поставь на Бэтмена. Нормально. Ага. Прицельность. С прицельностью это будет полегче, наверное, немножко. У него тоже Константин, кстати. Бэтмена мы потеряли. Давай сейчас Куин завалим. Будет вообще замечательно. Ну да. Слушай, у него остается там мелкий Робин. И все, Робин только и остался. Константина только что уничтожили. Все, друзья мои, выиграли мы здесь. И, по-моему, мы повышаемся в ранге, да. Герой 1. Награду. Дальше идет мастер. Да, до легендарки дойти было бы, конечно, замечательно. Сколько там идут мощей? Ё-моё, 30 тысяч, куда мне там тягаться с 30 тысячами? Не получится. Вот это вот непонятно, что здесь, конечно, делать. Кто это такой? Слот. Что за слот еще? Выбираешь типа команду, да? Это нам пока недоступно. А здесь... 7 боев, но почему-то на 6-м поединке дается чемодан. Ё-моё, 41 уровня. Так, Грот, ты здесь нам не нужен. Бэтмена я, пожалуй, тоже уберу. Давай сделаем вот так вот. И Константина. Давай проверим, что у нас из этого получится. Сможем ли мы здесь... Ну, акулу мы уже завалили, считай. Он не жилец. Так, у него и пингвины, я смотрю, там, да? Пингвины запинали. Ну, в принципе, первый поединок никогда не должен быть, ребят, сложным. Хотя зеленая стрела наяривает, будь здоров. Готовы. Так, ну что, следующую сразу миссию попробуем пройти. Посмотрим. Сколько там? 7, да? 7 миссий. На 7. А, на 6 нам дается чемодан. Так, влупляем. Минус акула. Блин, откуда вот у него? Да вот этот. Где он его взял? Ё-моё, я хочу тоже таких легендарных бойцов все. А у меня нету их. У меня вообще ни одной легенды нету, если честно. Вообще ни одной, ребят. Только эпики. Так, ну что, попробуем еще следующую миссию. Чего? 4 Франкенштейна, это как? Это как это такое? Фига, чувак, просто замораживает. Давай, родная, жги по ним. Понижаем защиту. Мне нравится, когда на них дебаф стоит. И после этого сразу массовая атака. Вообще круто. Урон колоссальный они получают. Давай, Франк, беги. Да. Ну, вот этого-то вольните. Есть. Вдвоем они упали. Так, остается еще один Франкенштейн. Нет, если капитану Холду прокачать полностью, ребята, уровень,
полностью уровень. Мне кажется, он будет вообще замечательно заморозить. Ну, не только морозить, я имею в виду, и защиту вот эту ставить крутую. Опять он со своим цветочком. Сразу нас задебафили, понизили нам атаку, я смотрю. Этот повысил, Константин. Ледяная стена. Мне сказали, что вот этот маг очень крутой. Вот этот вот, который стоит. Его хорошо ставить вместо капитана холода. Я не могу, конечно, этого подтвердить, потому что у меня его нету. А это кто? Это дедшот у него стоит или... Гигантом строчит. Добейте. Все, добили. Молодцы, красавчики. И последнюю. Последнего. Мелкого, как говорится, этого. Малыша Супермена. 2-5. То есть, если следующий уровень проходим, мы получаем ящик. Но вначале нужно здесь еще пройти. Так, этого добейте, пожалуйста. Нет, он пошел бить акулу, а. Сразу двоих, отлично. Ставим защиту. Понижаем, ребята. Или, точнее, повышаем, наверное, крит. Крит урон вот это означает. Так, Бэтгерл сейчас, все, мелкий упал. Бэтгерл падает, и остается у нас капитан зеркала или капитан отражения. Ну что, идем за чемоданом. Надеюсь, у нас получится. Ну а, блин, тут зеленая стрела. Ё-моё. Крикунья тут еще. Она кричит. Что там она повышает, я не пойму. Там защита. Все подавры стоят какой-то. Ну да. Под определенной защитой. Так, минус один. Это уже хорошо, это уже радует. Главное, чтобы этот не стал делать массовую атаку. Она уж больно у него какая-то лютая. Согласись, да? Своими стрелами поливает. Так, задебафили. Что это такое? Танцы какие-то, шманцы. Захиляла! Вот, ребята, кто хиллер. Она своими танцами захиляла команду. Будем знать. Давай, давай, стрелу зеленую. Молодец, красавчик, Франк. Это тебе уже не поможет. Видишь? Танцует и захиливается. Да что ты, мог бы, конечно, не ставить защиту, просто бомбануть по ней и все. Есть. Слушай, по идее мы должны получить... Сейчас глянем. Что-то я не понял, подожди. Что-то тут была коротенькая какая-то. Так, на девятом. На шестом вроде было. Чё... Почему все поменялось-то? Странно, 40% пройдено. Так, зло, зло мы прошли. Что у нас еще осталось? Здесь, здесь, по-моему, ничего. Ну, вот это вот только вот. Но я не знаю, для чего там, ребята. Что там проходить, если далеко идти. Что это нам вообще там даст. Так, мы уровень 13 получили, да? Надо, кстати, залезть на склад. Давай-ка активировать. Так, подожди, это не то. Это не то, не то. Вот. Используем. Здесь то же самое юзаем. По максималке. Так, активируем эти все. 120 тысяч монет. Так, это у нас опыт. 23 тысячи. А вот это я не знаю, что за осколки. Так, здесь тоже собираем полностью их в камушки. Пока все.
это забираем. Легендарка. Да фиг мне тут, ребят, достанется, когда легендарка. Оу, зато достался новый перс. Киллер Крок. Как тебе такое? Рекомендуем позиция. Конечно, сзади. Тупо сомневался. Так, ну что, попробуем, наверное, а? Хантерс. Ну что это? Да вы издеваетесь. Такие роботы эти. Огнеметчик. Бэтгерл. Амазонка. Робот непутевый. Акулочка. Загадочник. Что это такое? Я не знаю, что это, ребят, такое. Дезирот. 3 дня, 1 час. Так, 30% шанса. Что-то мне так боязно сюда делать. Такое ощущение, что как будто мы их распылять собираемся. Так, жетоны забрали. Гемы. Все, больше ничего нету. Забираем 10 жетонов здесь. Че, не хватает? Серьезно? Вроде столько получили и не хватает все равно. Ну что, основная сюжеточка у нас остается. 6.11, 6.12 и так далее и тому подобное. Так, убираем этого, убираем Бэтмена. Ставим Константина и вот этого. Естественно, на троечку, чтобы быстренько тут с ними разобраться. Нифиг, как говорится, тут и противник, да? Замечательно. Так, погнали, да, давай быстрее дальше. О! Флешкит. Вот это мне нравится, как он захиливает. Молодец, хиляет круто, но... Пшикаем. Блин, а франк-то у них здесь, смотри, какой мощный, а? Эй, эй, не надо трогать, блин. Сейчас уничтожит меня Капитана Холода. Ты посмотри, здесь франк вообще какой-то непробиваемый. Собакин фиг, а? Ты посмотри, хиляется. То, что ты дебаф делаешь, это хорошо. Давай, жги их там всех. Ни два, ни полтора, блин. И ни туда не бьют, и ни туда. Она сейчас тут будет разбирать. Есть. Массуха пошла. Слушай, справились? Как ни странно, ребят. Ну, здесь все будет просто. Проще полинорепы. Когда они идут без боссов каких-либо, да, мы их тут разбираем вообще на ура. Именно вот этих мобов. И здесь то же самое. Даже эти огнеметчики нам здесь не помешают. Давай, руби его. Шикарно. Ну, главное, что опыт идет, монетки капают. А вот здесь уже флеш. Воу! Чего?
Офигеть, он за... Я еще ни разу не сходил, он уже два раза сходил. Вот это да, чувачок дает. Сейчас я хочу посмотреть еще разок. Внимательно. Обалдеть. Еще и хантерс у них здесь. Два босса, оказывается. И все по Константину бомбят, да? Этот, видишь, это и отравление. И по два раза ходит. А не слишком ли жирно ты ходишь, парень? Франк, ты кого будешь бить? Правильно, надо этого флеша бомбашить. Очень мало защиты дает. Именно вот столб защиты. Сейчас пробьют. Массовый, во, красавчик. Теперь массовая пошла. Совсем другое дело. Так, ну что, флеш. Ух. Видишь, два раза ходит, офигеть. Минус Константин. Так, отлично, ребята. Все-таки вырубили мы. Успели. Нет, я лишний раз убеждаюсь, что от вот этого чувачка толку мало. Он делает дебаф, но основная атака у него — выстрел — это как-то вообще не айс. Что вот он сделал там, выстрел? Это он три раза бомбит. Фух. Миссия комплит. Так, характеристики. Что вы хотите нам сказать здесь? Автоэквип. Резонанс. И что это? У него с разными идет почему-то в резонанс. Крок. Он у нас кто? У нас синенький, что ли? Просто синий? Нет, фиол. Пингвин. Опачки, такой, да? Чувачочек. А у него резонанс вот с этим и с Куин. Сейчас попробуем прокачать его. Так, 40-й уровень получил. Новый скилл открыли мы ему. Все, не хватило чуть-чуть. Вот такие вот скиллы. Ультимейт. Здесь у нас ничего, к сожалению, нету. Так, здесь что-то получили, да? Понятно, это ежедневка. Так, 20 тысяч монет на карман нам упало. А здесь-то что у нас открылось? О! Хм. Ой-ой-ой. Да ладно, нифига тут. Ну что же, погнали. Команду, естественно, придется поменять. Ага. То есть что-то у нас тут новенькое, да? Вот это вот открылось. Не знаю пока, что это вообще может быть.
Этого ставим сюда. Хотя, подожди, может быть, нам лучше уберем этого, поставим... Ха, чувак прилетел. Этого уберем, поставлю Константина вместо Бэтмена. Его, что ли, влепить? Ну что, попробуем? Давай смотреть, что у нас получится. Двоечку влепим. Так, пингвин поставил защиту. А он, интересно, защиту просто ставит? Или он еще как бы берет? Нет, не провокатор, нифига. Просто ставит защиту. Блин, это только первый поединок. Почему постоянно капитана холода валит, а? На пингвина не хотят нападать. Жучара несчастная, а? Ух ты. Слабенько ты как-то пульнул. Слушай, а мы же ведь можем, насколько я помню, вещи-то вот эти, которые мы получаем, мы же их можем затачивать, насколько я помню. Вот вначале надо дебаф делать, а уже потом бомбить массовыми атаками. По уму-то. Вот как сейчас. Невезучий, конечно, капитан наш. Холод этот. Смотри, смотри. Ну, пингвин нормально стоит. Давай, бросай. А он что, еще и отхиливается, что ли? Или мне показалось? Пингвин, когда бросает эти штуки, летучих мышей. Оп. По-моему, он отхиливался. Здесь прошли. Так, так. Атака. Ну давай, примем. Что это у нас за ящик? 200 кристаллов. 50 уровень, блин. Так, я не понял. Это только если Бэтмен у нас будет стоять. Только в этом случае, да? Хорошо, давай проверим. Будет ли это работать или нет? Пока я ничего особенного не вижу у Бэтмена. Так, бросай. Да, он бросает, ребят, вот этих вот батаранги, или как, я не знаю. И он еще и отхиливается от этого, пингвин. То есть, такой довольно неплохой танк. Бэтмена крышка. Но мы их распечатали. Распечатали. Так, продвигаемся сюда. ДПС. Ну давай на 50% увеличим. Так, теперь выбор. Но я, наверное, схожу наверх все-таки. Ну, естественно, тут надо поболтать. Нет. Я хочу, наверное, вот сюда зайти. В плане 7-й ранг нужен. Ого, ты смотри тут. Седьмой ранг. Надо. То есть я не могу активировать. Странно как-то. Или мне нужно его... А, у меня же Бэтмен уничтожили тут же вот так. Если тебе уничтожили бойца, все, он же больше не присутствует, не участвует в поединке. Я и забыл совсем. Да, это же только на Бэтмена. Понял. Печалька. Блин, жалко, что пингвин только себя хилят. Хилял бы он всю команду, было бы вообще четко.
Было бы просто идеально. Блин, сейчас Франкенштейна мне еще завалят. Блэк Манта сейчас. Давай. Хотя у тебя за руль-то и так почти фулка. Тебе не обязательно было это делать. Вот Константин меня радует со своей массовой атакой. Красавелла. Ать. Трындец. Вот и нету Франкенштейна. Вот и порвали они Франка мне. Ну, зато я возьму танк. Танк. Давай на танков возьмем. Что вот это такое? 8 каких-то очков. Магазин. А, это мы можем восполнить максимум ХП. Ну, давай. То есть монетки я как бы потратил, получается, да? В магазине. Так, это откроется на 12.30. Чего себе, на 12.30 только лишь откроется. Тоже на 12.30. Кстати, этот скилл еще не открыт у нас. На 41 уровне открывается. Блин, чуть-чуть не хватает, чтобы открыть вот этот, ребят. Не знаю, что это за скилл. Но Капитана Холода я уже вернуть не могу, да? Получается, к жизни. Ну, я не знаю, как мы тут... Как ты тут пройдешь-то? Грода, что ли, ставить? Или вот этого? Поехали. Будем смотреть. Сразу с дебафа начали. Лекс Люгер сейчас устроит там кранок. Блин, это вообще... Нет, друзья, это жестко. Я вижу, что уже тут нам ничего не светит, к сожалению. Нет, ну пингвин, конечно, стоит. Молодец до конца. Защиту на всех. Просто на всех повесил защиту Люгер. Константин со всех снимает. Надо будет Костю прокачать до 41 уровня. Блин, бедный пингвин. Трэш. Поздно ты, как-то он запоздал какой-то. Ты заметил, да? Делай в самую последнюю очередь, когда уже практически от команды ничего не осталось. Если бы Константин бы сделал бы свою массовую атаку, по-моему, тут нам, к сожалению, не светит. Поздно ты делаешь, парень. Хотя... Справимся мы с этой? Есть. Но ты сам понимаешь, у нас никого не осталось. Единственное, что мы можем взять... Вот это... Так, ящик и жетоны. Все. Дальше нет смысла, ребят, проходить. Мы не сможем. К сожалению. Слабоват еще я, получается. Слабоват. Так, ну что, мы можем подкачаться чуть-чуть? Константин, нету. Нету осколков. Не хватает, чтобы его прокачать, малька. Так, и здесь, да? Здесь тоже у нас ничего нету, к сожалению, пока. Ну и, соответственно, уровень тоже мы не сможем поднять. Ну что, друзья, давайте тогда сегодня мы, наверное, закончим эту серию. Увидимся в следующей и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.